Киномагия представляет. Итак, сегодня, 11 ноября, состоялось первое занятие детской киношколы под названием «Киномагия». Сегодня мы встретились с первыми детьми, и за 2 часа 15 минут мы сняли первый короткометражный игровой фильм в жанре приключенческого боевика под названием «Это Маша». Начали! Здравствуйте, меня зовут Евгений, я работаю в Академии современного образования преподавателем шахмат. Пришел сюда на кастинг. Начали! Я Маша, я еще учусь в школе, мне 15 лет. А в каком классе? В 9-м. Ага. Потом от жизни пока еще не определилась конкретно, чего хочу. Но кино сниматься хочется просто помочь. Ну да, да. Угу. Чисто для себя. Но, наверное, займусь режиссером в будущем. Ну, именно, хочу быть режиссером. Киномагия представляет. Молодой человек, а вы куда? Не скажу. Не скажу. Ой, а кто это? Это Маша.